Я с полной уверенностью могу сказать, что мы команда. Надеюсь, что сегодняшний день запомнится вам ярким событием и станет импульсом для новых свершений. Быть командой – это важно в любом деле, а когда в процессе творчества рождаются необычные идеи, объединяющие очень разных людей, совместная работа может принести неожиданные результаты. Именно таким мероприятием оказался концерт «Инклюзивная весна» – первое мероприятие в рамках социального проекта «Паруса духа» Волжской Венеции при поддержке Балаковской АЭС. Творческие номера были подготовлены совместно с людьми с ограниченными возможностями. Действительно, в процессе совместной деятельности стираются всякого рода границы, позволяют посмотреть на людей с ограниченными возможностями немножко с другой стороны, со стороны их уникальности, их таланта. Зрители очень тепло принимали танцевальные и вокальные выступления. Особенно тронула зал песня «Этот мир придуман не нами», исполненная на языке жестов. Яркие номера сменяли друг друга. Артисты пели, и зал им подпевал. Исполняли танцы, и ноги зрителей двигались в такт музыки. И было понятно, что творчество действительно стирает все границы, особенно когда в команде талантливые и такие разные участники. «Инклюзивная весна» – это только старт. Старт большого социального проекта «Паруса духа», который впервые реализуется в нашем городе в сотрудничестве Балаковской АЭС, «Молодежного единства», администрации города. Это первое, но не последнее мероприятие в рамках проекта «Паруса духа» Волжской Венеции. Большой фестиваль спорта и творчества ожидает всех балаковцев 12 июня. Кульминацией праздника станет парусная регата.